Так, друзья, приветствую всех. Мы находимся на поле с озимой пшеницей. Смотрите, рост развития пшеницы отличный. Это та пшеница, о которой я показывал, рассказывал, что она у нас желтеет, приболела чуть. И как видим, тут, ну, тут внизу ситуация лучше с этой пшеничкой. Суть в чем? Смотрите, сколько у нас репаку падалицы. Смотрите. Кто-то мечтает о таком рапсе. А у нас падалица. Мы осенью его было как будто мало-мало. У нас был предшественник подсолнечник. А рапс, он, короче, его практически не было видно. И мы не работали гербицидом, короче, ничего не убирали. И смотрите, что у нас получилось. У нас сейчас две культуры в одном поле. Это рапс и пшеница. Смотрите, и сама по себе пшеница шикарная, да? Вот здесь, по крайней мере, эта часть поля. Потом поднимемся выше, покажу. Там, где хуже, где она была в жестком стрессе, желтела. И это. Ну, очень тяжело ей было. Видите, боже, канавка компенсирует рапсом. Теперь что? Будем убирать сразу две культуры, получается. А потом очистим. Смотрите, пшеничка. Нормальная же пшеница. Это интересно, да? Это очень интересно. Смотрите, что происходит. На пшеницу, посмотрите, как она подтянулась. По крайней мере, здесь внизу. Сейчас подъедем выше, там посмотрим, как она себя чувствует выше. Вот такой у нас репачок, друзья. Он себе цветет. Здесь мы инсектицидами не работали по рапсу, потому что у нас там дальше дачи километра полтора, и там пчеловоды держат этот пчел. И мы когда заехали сюда работать фунгицидами, гербицидами, инсектицидами сработать, и как увидели, что, ну, реально рапс начал цвести, его так не было заметно. Я говорю, ребятам, отменяем инсектициды. Вдруг тут пчелки к нам залетают, хотя там с той стороны ближе к ним другое поле. Репаков. Ну, мы отменили инсектицидную обработку, и плюс нам тут очень понравилось, как природа сама себе, смотрите, сколько дырочек, это все живые организмы себе, смотрите, как. Мы переживаем, что у нас кислорода не будет допуска, вот, все себе природа контролирует. Допуск, и все. Смотрите. Сорнячок мы сбили. Так что такие дела, друзья. Роса, ноги мокрые. И обувь. Выходим. Смотрите на этот репак. Пшеница с репаком. Сейчас подъедем выше, покажу выше, что у нас с этой пшеничкой стрессовая. И вот мы идем по пшенице, она мне уже почти по пояс, друзья. Тут меньше рапса, пшеничка хуже, но она подтягивается. Как бы, я думаю, что все будет хорошо. Понятно, что тут нет такого упущения, есть такие пятна. Она выглядит скромнее. Останавливали.
новых листьях я не вижу, чтобы что-то появлялось. Вот так. Тут она похуже. Но у нас есть репачок. Там, видите, его еще больше. Поэтому будет две культуры, и мы себе компенсируем. Выйдем то на то. Вот край шикарный. А здесь, конечно, слабенько, но я думаю, что это слабенько с осени. Вот. Мы не заделали нормально семена, не получили сходы, и оно пошло, пошло, пошло. Че, наладим. Это единственное поле, но оно не все слабенькое. Я вам показывал, тут у нас полоска одна, гектар. 40 гектар, тут гектар 5-7 слабенького. А так смотрите, шикарно. Все, до зустречи, друзья. Бачите, какая красота. Гарного дня всем.